Надо, сука, лича убить, наконец. Запили. Ты расставил на лестнице для меточки, который на лестнице меточки поставил бы лучше, потому что есть люди, которые не очень хорошо ориентируются. Ну, короче, вы тут глыбы выносите по углам ступенек, так? Не по углам ступенек, а на ступеньку, блядь. 5 глыб, нахуй. Начиная отсюда, блядь, и до конца на вторую, нахуй. Первая ступенька вы все должны... Вот я бегаю первую фазу на коне, да? Да, можешь бегать, можешь не бегать, твое решение. Только тогда на тебя фридом будет кидать, если не будешь бегать на коне. Прекрасно знаешь, Лой, что этого никогда не будет. Нет. Ладно, где из таков дохуя? Хорошего. Смотри на мне, Freedom. Охуенно, да? На микстурку Freedom хожу налево, блядь. Уже. Ищи как хочешь его, ну. Умрешь, блядь. Это третья.
Это вторая. Сейчас третья. Это третья. Лови, лови, лови. Говорил, вроде третья была. Ну да, когда ты их вдвоем бьешь, тогда да, долго. Да, тут. Не верю. Не такого. Да, здесь. Ну, я на ступеньке дома. Турку фрит. Метки выбежали. Лево, бейте кто? Самую левую. Я так понял, я в глыбе никому некому бить, что ли, на? Я вправо. Да, уже резко. Ну, на 8 стаков. Я не от стаков умер, а мне обжигающий холл там 23 тысячи выебал на ступень. Ну, локом умирать вот это уже пиздец. Микстурку фридом. Ардру. Да. 52%. Лови микстурка. Зря его привели. Продолжен был рейс на Твейбе. Так. Джонни клеснул, Виби не принимать, я что могу сделать? Вопрос отпал. Тогда почему у меня Дон не отображает, что-то клеснул? А почему у меня отображает? У меня показывает. Что заебали эти стаки на?
схожу налево. Босса. Blade Fallen Center. Глебу не бейте пока что. Все, Живи, сейчас сброшу. Они могли бы. Ашки. Алиса, прожимку. Не, все. РДДшники, те, кто не успевает отбежать, чем ближе вы стоите к боссу, тем дальше вы отбежите от него. Вы можете стоять даже в мили-зоне, главное не в лице. И пешком даже ШПшник успевает. Ебал на лестнице, блядь, в лифте, это в центре. Я стоял со всеми, в него ебал на 17 тысяч. Ясно, забей нахуй. От склепов, как, блядь, от глыб, которые летят от синдры. А какое ты обморожение ищешь у Виби? Помидорка? Да. Хуёво, блядь. Чё, блядь, все схилов, на? Шейпер писька лохматая. Сука, я ей богу нахуй скоро ардру сделаю.
Шкаф. Вообще-то я с тобой его убивал на прошлой неделе, ничего? Без косяков, без ничего. Да, да, Джонни, да. Я делаю, как я делаю, я тебе говорю, я не пойму, почему, блядь, у меня комп начал виснуть, когда на меня сука притягивает. Расскажу тебе, либо прыгаешь в форму оленя, либо стоишь ближе к боссу, на то, чтобы раньше отбежать. Я это все знаю, я не понимаю, почему на 2 секунды виснет комп. Сурочно, кого ты истерию кидаешь? Элрей. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Тайминги нормальные будут. Хуёвые тайминги. Фридом по микстурке. Дали. Метки выбежали. Турбостаки? Ага. Ну, врачи ничего сказать. Thank you.
слева близко. Санк. Центр близко. Да. А, пардон. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Я просто... Только не вздумай, Герду. Не сотри. Как раз таки на первой надо. Никто не уцелеет. Ну так, блять, выживай дальше, будем вайпаться дальше. Там дайте микстурочку, ну блин. Так. Хила под освобожденка. А, да, нас же 6, да? Налево в кружок. Алиса, меняй. Алиса там. Тяжко будет. А нет, весело. Добрый. Дал упражненку. Скидывай, скидывай, Алис. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Ага.
Ебать там черик, блять. С самого начала у нее тайминги вообще дичайшие были. Если вы не будете метки захиливать, вот так ее никогда не убьете. Угу. 5 стаков, блядь, на пол хп, на. У метки пол хп, блядь, ее даже никто не похилит. Вот она и дохла. На какую шилд я успевал, ну, та выживала. Ну какую не успевал, то отдох. Прощай. Это шейпера была этот, нахуй, глыба или на ком? Вот сейчас на роге, а не, на этом, на паладине была, а у меня шилд в откате, и он сдох. Его просто не выхилили, у него там пол хп, и на него кидается глыба. Его просто не хилит. Не ходит, блядь, ничего не делает. Им похуй все. 6 хилов, блядь, никто метку не хилит. Хуйню вы базарите, конечно, не похуй. А то, что это было 5 стаков, нахуй. Он был в глыбе, блядь. Потом его уже не прохилили. Ну правильно, стаки на стак вот и хорошо, блядь. Глыба бьет 14к без стаков. Вот. Если у тебя пол хп и, блин, там 30к, то тебя может ваншотнуть, даже если у тебя нет стаков, понимаешь? Плюс она еще АОЕ шпет. Держу в курсе. Ты понимаешь, что глыбы одной не было и насобирали 5 или 6 стаков? Он мог бы выжить, если бы его прохили. Лапа. А, лапа есть. Заебись тайминги, блять. Конечно, ничего, так, трех подошел, просто луни поймал. Вон, помидор, блядь. Просто подошел ко мне и поймал. Yes.
Лево. Лево. Центр. Хила. Ну вот, почему вы его не закинули? Он на пол хп. Меняй. Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает меня? Подлага, сори. Нету, нет. Чешки не отдаю.
забрала босса. Заебись, на подборду потянула, блядь. Го перекур. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Эти таймеры багнулись, не от этого. Эти таймеры давно багнулись из-за траев. Это не тот баг. Тут что-то притяжка вообще сбилась. Бундер почему-то убегал в сторону хвоста, почему, не знаю. Бузер, если умираешь или лагаешь, блядь, просто если после притяжки, либо стоишь близко возле босса, либо когда тебя притянет, зажимаешь две клавиши мыши, блядь, левую и правую, и тупо бежишь вперед. Потом возвращаешься обратно, все. Либо чарку на бота зачарти на хаст бенгана. На, я-то думаю, что у нас ДПС не хватает, а у нас, блядь, 36 хилов на. А толку у нас. Толку от этих хилов, если они метку элементарно захилить не могут, блядь. Все захиливается, я не знаю, где ты это увидел. Я всегда говорю, что если не нравится, как кто хилит, спекаешься в хила и показываешь, как это делать. Я с ним согласен, блядь, покажите альфа-шамана, который пусть хилит. Я могу подамажить котом, а шейпер может и лемом побить. Давайте показывайте, как. Я даже могу фуриком врываться, блядь. Я не так. Ну типа, блядь, мне уже давно уёбывать пора, я тут с вами веселюсь, блядь. Меня там ждёт сколько, блядь, хороших вещей. Блядь, Алиса, слизь маунта, я не могу. Запускаем хвост. Блядь, стой, дай пожрать. Корни пал, поставь третью ауру. Так есть аура третья, чуть ли дикость, блядь. Не было. Дурак, блядь, Швен. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь.
Да нихуя. Эти сопроты не помогут. Охуенно, сейчас я куда задыхнусь. У меня ХПС нормальный. Блять, я летаю. Ну, типа, что я лагаю, а притяжечка бежать меньше. Опа, я нашел вам хила. Эх, как я люблю эту глыбу. Да. В следующий раз повешу эту личку с арканом. То, что я мог АОЕ заливать две глыбы, теперь заливаю. Алло, глыбы, блядь. Нет, но мне пора уябывать.
направо. Алиса. Алиса. На ней не будет. Я чешку жал, прожал. И гимн еще, если шансонга, команда жду. Мастер на тебе. Войс на тебе. Альфа 4, быстрее Войс. Ну вот, сейчас метку захиливали и убили, блин. Магия нахуй. Я хз, я когда меткой был, на мне ни одной хоты не было, я в мишку прыгнул из-за этого. На мне сейчас было 7 стаков, кидалось на меня глыб, я одним шилдом себя, блядь, засейвил. Позарь, я чешки теку, блядь. Танка трыня уходит кому-то. Микстурки она уходит. Потому что она. Потому что мастер. Я на оффспек ролю, блять, отдайте микстурки, все. Да, 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 я и говорю. Воет, я на мага прыгаю, да? Как а, я напала. А я оффаюсь. Нет. Ты можешь еще прыгать? А печенька на друля ушла? Ушла, Мич? Нет, нет, не ушла. Это кто, танка друг? Танка друг, да. У вас обоих приоритета нету, но ты на первом месте, так что... А давай ему. Так, все, перерыв?
объелся грушно. Наоборот, я уже 6 часов нихуя не ел. Да где? На лане, блядь, укус проебал. Пати, дай. Так ты, блядь, вампиром стал, тебя убивал весь. За это ты 200 не продали. Ну, собственно, я вообще ни в ком не могу, блядь, я уёбываю. У него там секс накроется, нахуй. Чё ты доебался? Да хуй экс, блядь. Точно. Алиса сделала квест? Да. Нужно осколки квест. Суман, расскажи тактику, я курю. Почему нет шкафа? Осколков нет? Ну, давай тогда, Стас. Там же на лича кто-то хотел зайти. Вода уже пропал, да? Это танкодру был, он уже с нами. Не-не, там еще один чувак. Чисто на лича хотел зайти. Да. А не на Энха? Я понимаю, что Энхом здесь бесполезно. Немножко кривовато, но норм. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света?